Рад ленту? Да. Да, 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 кадры. Подожди, подожди, подожди. Так. Это уже срезали, ну, уже срезали, да, чтобы, ну, It's horrible. You see, it's just six bodies here, and that house, you can see maybe three, and that house, it's maybe one body. It's shut, they was shut and burned after it. Talk to Vladimir Putin when his forces do this. Go to hell. Тридцать первого уже начало темнеть, я услышал, завелся БТР. Ну, прогревался минут 40, наверное. И потом я услышал ругательство, крики. И по БТРу там бегал какой-то офицер, наверное. Они вскочили и уехали. И все, и больше их не было. В то время убили. Они, видно, пошли. В гараже нас застрелили. Ну так, в ноги стреляло это. Если у нас парни от 20 до 30 лет, то есть которые... Ну, убили его, наверное, числа 8-го, потому что он все время пролежал у нас тут в подвале. Вот 4 дня тому назад его нашли, мы похоронили его. Выстрел в ухо был убит, выстрелом в ухо, да. Так, я зрозуміло, а ну идемте еще покажете, что там было. А весь туда пробовали. Я уже думал, все. Как раз день рождения было.